Ну что, всем привет! Новая серия на проекте «Путь рангов». Ребята, это тот проект, где каждого нового бойца апаю на один ранг выше. То бишь, вот у меня Шелли была первый боец, она осталась на первом ранге. Второго бойца я получил Барли, я его апнул на второй ранг. Третьего бойца получил Ниту, ее на третий. И так я хочу до 30 ранга. То есть, какой новый боец по счету падает, такой ранг я ему и апаю. И вот обидно, что Спраут выпал 12-м. Блин, это очень имбовый персонаж на сегодняшний день. Его бы я был рад выбить там за 20 ранг. Но, к сожалению, он уже выпал. И вчера видос я, кстати, назвал, что он выпал на 13 ранг, а он оказался на 12-м. Но это сути большой не меняет, но в любом случае обидно. Также у меня уже все, смотрите, 12 рангов пройдено. Все по лесенке, 1, 2, 3, 4, видите, и до 12. И еще два новых бойца, это Карл и Пайпер. Карл у меня на 13 ранг пойдет, а Пайпер на 14 ранг пойдет. Но это я быстро апну, и мне нужны еще новые бойцы. Поэтому мы ныряем в магазин, и там у нас пополнение, ребзи. Очень крутая акция дня, значит, смотрите. Бесплатный подарочный ящик, один мега ящик и эпический какой-то новый боец. И если я выбью, неважно, сундуков или сейчас эпического бойца открою, то это будет 15 ранг. Ну вот какой персонаж на 15 ранг будет, вы узнаете прямо сейчас. Только прежде чем мы, ребята, сейчас откроем сундуки и выбьем акцию, выбьем нового бойца, я вас попрошу, пожалуйста, поддержите ролик лайком и подпиской. Канал мой поддержите, буду очень признателен. Я уже задонил гемы. Пока что выбивать персонажей не затратно. Затратно будет потом прокачивать их. На низких рангах мне это делать не обязательно. Можно первым уровнем проходить, там вторым, неважно. А вот когда я буду апать 25, 26, 27, 28, 29 и 30 ранг, мне нужны будут фуловые персонажи. Поэтому придется донатить немало. В конце я, конечно же, подарю фуловый аккаунт кому-то из вас. Боже, я реально, я в шоке, я завидовать буду сам, что кому-то достанется такой крутейший аккаунт. Вы, в свою очередь, должны просто быть моим подписчиком здесь, в Инстаграме, блин, и все. Поэтому не теряй возможность, фуловый аккаунт не каждый день, со всеми легами причем, в конце проекта. Ладно, у меня, кстати, уже доступен Гейл, но я думаю, что его я выбью чуть-чуть позже. Кстати, да, на самом деле, смотрите, я хоть и говорил, что я не выбираю персонажей, которых я буду апать на какой ранг, но есть такие моменты, допустим, акция продается в магазине, да, я понимаю, что сейчас, если я заберу персонажа, то он будет, допустим, там, ну, условно говоря, на 14 ранг. Но я могу, допустим, подождать, пооткрывать сундуки, вдруг что-то выпадет еще, а потом персонажа открыть попозже. То есть, допустим, забрать перса там до того же Гейла я хочу попозже. То есть, чуть-чуть, да, я влияю на то, что на какой ранг я буду его апать, но это только тех, кого я могу забрать. Вот, продаются которые. Или где-то на пути встречаются. А сундуков сплошной рандом. Ну что, я открываю первый подарочный ящик. Чтобы там что-то было, надо подписаться и воткнуть лайкоин. Пэм! Ага. Окей. Так, нет, ты куда нас перекидываешь? Нас интересует мегабокс. Кстати, шанс на легу у нас вот такой вот. Это, наверное, после того, когда выпал спраут, я не знаю. Да и на самом деле хорошо. Пускай леги будут последние 3 ранга. Или 4, там 4 леги, да? 4 ранга последних, пускай будут леги. Потому что если я выбью сейчас легу на 15 ранг, я просто сойду с ума. Кстати, я сказал, поставь лайк, подпишись. Нет, хотя бы что-то новенькое, но не лего. 6 предметов? О боже мой, там 6 предметов, я не верю. С одного сундука, серьезно? Блин, это получается 2 новых бойца я сейчас получу. Опа, вот это интересно, это интересно. Ребзики, боже, это такая интрига, что там выпадет. По-моему, у меня нету Джеки сверхредкого. И это, скорее всего, будет она на 15 ранг. Окей, окей. Но, боже, прикиньте, сейчас лего дропнется. Нет, я... Вот вчера мне в комментариях писали: чё ты бомбишь? Тебе спраут выпал, мифик, это круто. Так это круто, да. Но вы же что, не улавливаете суть? Мне надо, чтобы он выпал позже, чтобы я на нем дольше поиграл. А так мне вчера мифик выпал, сегодня уже все. Я его апнул на свой ранг, и я играть на нем не буду. Вы же это должны понимать. Ну ладно, я закрою глаза. Пенни! А, еще Пенни не выпало. Фух, хорошо! Облегчение. Так, получается, Пенни у нас на 15 ранг. Смотрите.
Спраут 12 ранг, Карл 13 ранг, Пайпер 14 и Пенни 15 ранг. Такой вот голубой 15 ранг. Вот, и у нас еще в магазинчике, ребята. Кстати, я уже всех собрал. Раз, два, три, да, четыре. Все, к сожалению, я на пути к славе персонажей больше собирать не могу. И вот это все, что здесь, я вот соберу потом в каком-то следующем выпуске. Так, ну что ж, эпический боец. Давайте попробуем сыграть Вангу. Какой эпик нам выпадет? На 16 ранг. Кого бы я хотел на 16 ранг? Фрэнка, Пэм. Да без разницы. На самом деле все три эпика классные. И, то есть, ну, относительно я на них всех 50 на 50 играю. Но я думаю, выпадет Биа. Короче, я Ванга. И, ну, я знал, что так будет. Еще я знаю точно, если ты подпишешься, то тебе выпадет Лего. Вот это да, да. Короче, блин, Спраут такой секосный. Я специально купил скин, чтобы победитель потом, который заберет этот аккаунт, просто был счастлив. Реально, я... Вот этот аккаунт, я считаю его самым лучшим проектом и самым лучшим аком, который будет. Наверное. Хотя Путшелли тоже был хорош. Ладно. Кого берем? Карла берем. Карл у нас на 13 ранг, да? Смотрите, тут новая карта в захвате кристаллов. Просто лялечка. Смотрите, какая. Вот эти сакура кусты вообще секостные, блин. Мне вообще стиль нравится вот этот в новой обнове. Очень нравится стиль египетский вот этот. И, ну, прям по кайфу. Чё-то мне обнова зашла, реально, очень зашла. Хотя, ну, с другой стороны, Гейл, ну, персонаж, ну, интересный, но не особо такой хайповый, да. Поначалу мы поиграли на нем, потом что-то вообще забили. Плюс Brawl Pass, ну, тоже такое себе. Мы когда вот открываем Brawl Pass'ы, ну, я не могу сказать, что я прям сильно такой восхищен этим Brawl Pass'ом, что там какие-то крутые призы, кроме нового бойца, и то он, его можно выбить и так. Ну, то есть, хз, я как-то, ну, вот эти эмодзи, они вообще какие-то беспонтовые. Поэтому, ну, моменты есть в обнове, которые не совсем крутые. Точнее, не так. Ну, какие-то они слабые, как по мне. Но в любом случае, как-то обнова внесла новое дыхание. Какое-то второе дыхание открылось, что ли, у меня к игре. То есть, мне понравилась обнова и по кайфу играть. И вот этот режим с кустиками такими, не знаю, фиолетовыми, розовыми. Очень крутой. Короче, наверное, пойду я играть... Хотя, не знаю, где, в трио играть или в соло пойти режим поиграть. Даже не знаю. Оп. 10, все. Не, пойду, наверное, скатаю. Сейчас гляну, какая карта у нас в ШДшке. Так, плюс 8 трофеев. Приходите сегодня ко мне вечером на стрим. Я продолжу апать ранги. У меня, ну, сколько получается? Раз, два, три, четыре персонажа. Я их всех проапаю, это до 16 ранга, вот, будет интересно. До 20 ранга это не сложно, да, это такие, о, с коктейлем, отлично. Это такие будут изи каточки по лайту, по фану, но после 20 ранга без прокачки уже будет не так легко. Вот, ну, это однозначно уже будет интересно, поэтому приходите. 20 ранг это 500 кубков, вот. Так. Прикиньте, сейчас умру. Не, вы видите, тут как такое ощущение, что на первых катках тебя боты не убивают специально. Как будто у тебя мало хп, они хоп, перестают стрелять. Хотя он мог меня убить. И в нормальной бы катке я бы умер. Ну, я-то знаю, что я сейчас не в нормальной катке. Оп. Поэтому так и сыграл неосторожно. Опа. Так. Стой, подожди меня. Нет! Такс. Опа. Блин, все так быстро умерли, я даже не успел поиграть на кабле. Оп. Стоять. Дайте ульту. Полетели. Ну что ты убегаешь, как это бесит за этим ботом гнаться. Так, что у нас еще есть? Вот эти вот стикер-паки, да, которые сейчас продаются в магазине, не стоят своих, не стоят своего вложения. 50 гемасов за вот это говно,
Ну, извините меня, я откровенно говорю, что это говно. Я вот накупил куча стиков, и вы думаете, я ими пользуюсь? Да нифига, они все однотипные, они все, ну, разные персонажи, эмоции одна. Вот в чате там буквально 4 или сколько эмодзи, их достаточно, дабы использовать как, не знаю, как, ну... передачу какой-то своей, выражение своей эмоций. А вот этих пик, пинов навели сюда в игру, насыпали, и покупайте их вы теперь за 50 гемов. 3 эмодзи, типа, беспонтовые вообще. Не знаю, как по мне, они не стоят своих денег. Короче, уже на аккаунте Косарь Кубков приходите на стрим, буду апать Карла, буду апать следующего Пайпер, следующую, потом Пенни, а потом Биа. В общем, приходите, будет интересно, и завтра я каждый день выбиваю новых персонажей. Интересно, кто выпадет завтра. Ну или если вы поставите, допустим, сегодня 100 тысяч лайков, то может сегодня выйдет выпуск, а че нет. У нас еще со сверхредких Рико, Джеки, смотрите, мы уже эпики, вы... Капец, у нас уже эпиков! Мы уже эпики... Два штуки выбили. Два эпика выбили. И мифик уже один, хотя еще сверхредких. Ну, Лего и Гейл это напоследок. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ждите новые видосики. Всем удачи и всем пока.